А это свеча. Шарагаски, она как его сильная, так и его слабая сторона. Так было и есть. И даже сейчас, когда Гаске уже намного стабильнее. Пятнадцать-ноль. Вот в его стиле придется выцарапывать. Ох, какой бэкхенд. И глубокий удар. Он выигрывает сегодня вот на вылет исключительно этими бэкхендами. Дожидаясь. О, это уже кросс. Это много аутов при исполнении этого кросса. Попадает мяч на линию. Ну как же с лёта играет француз. Уже в этом матче потрясающих. За эту игру Гаске уже в 19 называли Бэби Федерер. Негативы есть, но никакого взрыва эмоций. Ой, ну как закрутил. Ну и как аж. Мы видим один из тренеров Гаске. Не он ли привил Ришару это спокойствие и стабильность в последние годы? Ой, какая свеча Давида Феррера. На вылет принимает Гаске. И в очередной раз четко следует. И слева по линии. Больше. И еще один удар слева по линии. Ришар Гаске продлевает вдоль задней линии. Ну, другое же дело. Ой-ой-ой-ой-ой, ну какая красота была сейчас. Красота-то какая. Гаске, так ощущение, что мы смотрим сейчас не гейм, а хайлайтс этого матча, лучшие моменты. Конечно, сегодня в четвертьфинале. А какой он ваш? О, ну звереет Ришар в этом гейме, вне взять матч. А-ха-ха, любимый Гаске вернулся из 2007 года. В этом гейме. Бэби Федерер. Вот как его остановить? Как принял Феррер первую подачу. Но это не помогло. Гаске берет свою подачу.
О-хо-хо! Номер, конечно, выдал Гаске сейчас. Сумасшедший удар. Обвести Феррера. Еле ходит, а бегает. Ух, какой смэш! Феррер вытащил в сотый раз безнадежный мяч. Но какой удар! Вот это зрелище. Финала. Гаске подает на выход в полуфинал. И попадает бэкхенд. Попадает этот удар.